Привет, привет. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я нахожусь на Новодевичьем кладбище у могилы Игоря Кириллова, диктор радио и телевидения. 14 сентября у него день рождения, поэтому я решил посетить его могилу, посмотреть, какая обстановка на могиле. Ну, сами все видите, да, вот цветы стоят. Так что так. Через две могилы от Игоря Кирилла похоронена Вера Васильева, наша актриса. Так что вы не забывайте подписываться, ставьте лайки, комментируйте. Вам я желаю удачи, берегите себя. Пока-пока, увидимся.